Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня на обзоре новый телеграм-бот. Называется Нотк, как так, по заработку абсолютно без вложений криптомонеты ТОН. Я зашла на CryptoMarketCap, и монета стоит $2.12 на данный момент. Также она есть на биржах. Так? Ну что, давайте тебе поподробней. Так, зашла я сюда 28 января. Вчера 29 число было. Я баннеры не смотрела, так как баннеры просматриваются раз в 24 часа. А так как я вечером, я пропустила. Зашла. Значит, и сегодня видео пишу, чтобы вам все как бы показать баннеры и как бы полностью сделать обзор на этого бота. Если вас заинтересует данный этот бот, вы перейдете по ссылочке, запустите бот, кликните старт, и нужно подписаться на два канала Telegram спонсорский и на Telegram-каналы. Там несколько каналов, на все их надо подписаться. После чего вам откроется вот такая уже форма. Да? Тут я, естественно, гуляла. Уже и монетки фармила, и рекламку я просмотрела. Вот, вы получили это. Я рекламу посмотрела, 100 ноткоинов вот этих, как бы, монет. Давайте по порядочку. Меню. Значит, здесь будем фармить вот эту монетку раз в 10 минут. Кликаем фарм. Далее вот сюда теперь кликаем фарм. И мне дали две монетки. Мне давали и по 9 монет, и по 13 монет. Каждый раз по-разному. Теперь через 10 минут я опять могу кликать, фармить эту монетку. Далее. Это обмен. Чуть-чуть попозже. Ладно? Значит, здесь у нас кошелек. Нужно будет прописать кошелек. Обязательно так. Ну, здесь они как бы постоянно пишут, чтобы установить адрес. Это тоже чуть попозже. Значит, друзья. Во вкладочке «Друзья» находится реферальная ссылочка. Вот она. Вы ссылочку копируете и делитесь с друзьями. Здесь курс. Вот. Здесь вообще нет. А, вот текущий курс нот. Как бы вот такой вот он. И курс обновляется каждые 10 минут. Далее. Помимо заработка вот этого фарм, то, что мы будем фармить, ну или в данный момент я фармлю каждые 10 минут вот эту монетку, здесь можно зарабатывать на баннерах. Кликаем баннеры. И здесь на данный момент пока 5 баннеров. Шестой скоро будет. Кликаем. Здесь все просто. Раз в 24 часа я посмотрел. Все. 100 монет мне начислили. Назад. Вторая рекламка. Я посмотрел. Еще 100 монет. Назад. Третья. Вот здесь я посмотрел. Третья. Четвертая. Я посмотрел. Назад. Пятая. Я посмотрел. И назад. Шестой пока нету. В скором времени будет. Возвращаюсь. Меню. Так. Это баннеры. Здесь лидеры. Такого ничего. Задание. Хотите как бы задание выполнять? Выполняйте. Тут скачивать. Я сюда не лезу. Ну а здесь вся информация будет.
о проекте, сотрудничество, если вам надо, назад меню. Это все можно, ну, о проекте, как бы, тут вся информация тут. Кликаете и можете это все прочесть. Так, возвращаюсь на бот, потом сотрудничество, если вам надо. Так, и ну информация так. Теперь кошелек. Значит, я по поводу кошелька пошла в интернет, я себе установила вот такое расширение. Мой кошелек, сейчас я его открою. Мой тон валет называется. Вот он мой адрес. Я этот адрес копирую. Адрес копирован. Возвращаюсь. Идем. Кошелек кликаю. И здесь вывести тон, установить тон, адрес. Введите адрес тон кошелька, на который вы хотели бы получать выплаты. Я вставляю адрес и отправляю. Так, все, установить адрес я установила. Здесь вывести тон. У нас недостаточно средств для вывода. Минимальная сумма на вывод 0.5 тонн. Или у вас не установлен адрес. Ну, типа того, да? На данный момент у меня вот такое количество монет. Так, далее, что я делаю? Так, меню. И вот это обмен. У меня есть немножечко монет. Я меняла как бы. Уже монетки. Клик вот сюда, swap. И введите сумму, которую хотели бы обменять. Так, отмена. Подождите. Сколько у меня монет? Так, кошелек. Вот это у меня, видите? Ну, так вот это вот у меня столько монет. 568 монет. Это сразу 0.11 тонн. Я копирую вот эти монетки. Так. Иду во вкладочку меню. А это вот это монеты, это тонны. Баланс. Сразу в центах. 0.17 центов у меня. Это долларов. И количество тонн коин монет. Так. Меню. Иду теперь сюда. И введите сумму not coin, которых я хочу вывести. Вставляю эту сумму. Видите сумму. Вот 568 вот этих монет. Я их отправляю. И так. Подтвердите выполнение операции обмена. Я отдаю, да, вот этих ноток и получаю уже 0.11 тонн. Подтвердить. Так, операция обмена прошла успешно. Теперь опять на кошелек и смотрим, сколько у меня там монет. У меня стало 0.19 монет. Как наберу 0.50, я проверю этот бот на вывод и, естественно, запишу видео. Я сначала выведу, а потом уже запишу. Так как сами видите, у меня баланс здесь по нулям абсолютно. Я его только установила. У меня его вообще не было, этого кошелька. А устанавливала я. Можно зайти в магазин Google Chrome. Если хотите. А если хотите, устанавливайте в телеграм-канале. Магазин Google Chrome. Вот здесь. И устанавливайте, какой вам надо. Ну, пипец. Не удалось. Ну, ладно.
Сейчас обновлю. Вот, ну как-то так. Ну, не удается. В общем, зайдете в магазин Google Chrome. Хотите, вот найдите себе вот. Ага, вот он установился. И сюда. Интернет, магазин Google Chrome. Вбиваете вот этот адрес. Название, вернее. Мой тон валит. А еще можно установить кошелек прямо в Telegram у себя. Это уже, знаете, я в Telegram что-то я не захотела. Я установила так. Ну вот как-то так. Следующее видео уже будет по выводу монет. Кому интересно, собирайте. Не интересно, не собирайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.